Здравствуйте, друзья! Сегодня прекрасный день для того, чтобы выбраться из шумного города и посетить озеро. Сегодня мы с вами посетим озеро Дайран. Доедем мы до туда на автобусе. Ну что, встретимся на месте? Итак, спустя целую череду остановок и разгонов, а именно 41 остановка была на нашем пути, и спустя 50 минут мы прибыли на нашу крайнюю остановку. И нам осталось пройти где-то примерно 1,5 километра, и мы уже будем на месте. А идти нам в ту сторону. Наш путь пролегает по вот такой вот обочине, и мы решили остановиться у одного места, чтобы показать вам, что здесь прямо около обочины растет мандарины, цветная капуста и оливки, или же маслины. Ну а мы двигаемся дальше. Итак, пройдя 1,5 километра, от автобусной остановки мы уже прибыли практически на месте. Мы у входа в этот парк. Осталось пройти 50-100 метров, и мы будем на месте. Thank you.
озеро Дайран. Точнее, было бы правильнее сказать водохранилище, так как оно служит для орошения полей летом. Весной оно набирается и похоже на большое озеро, но более в позднее время летом оно мельчает и уже не выглядит таким большим и могущественным озером. Здесь открываются прекрасные виды. Это водохранилище находится между городом Анталии и горой Салтыкент, которая является горнолыжным курортом. Вход сюда можно и не заметить, так как он находится прямо на повороте, на подъеме в гору, а дальше находится сосновый лес. И здесь, придя сюда, можно увидеть прекрасные виды, которые открываются с любого места вокруг этого озера. И отсюда видно город Анталию. Ну и, конечно же, возле этого места нет ни кафе, ни баров, ни других общественных мест. Здесь только можно тихо и спокойно уединиться с природой. Ну и, конечно же, жалко, что не взяли с собой мясо, так бы можно было сделать неплохие шашлыки на природе, на чистом свежем воздухе и спокойной тихой обстановке. Если посмотреть на это озеро, и даже с разных ракурсов, то можно подумать, что какие-то из видов могли быть расположены на картинах или на пазлах, которые собирают люди. Итак, как вы можете наблюдать, это озеро, оно прекрасно своими видами, своей атмосферой. Здесь достаточно тихо, и можно просто посидеть и насладиться тишиной и спокойствием самой природы, услышать, как поют птицы и как журчит вода, сходящая прямо с гор. Но как же добраться до этого места? Спросите вы меня. Из центра города Анталии ходят два автобуса, а именно МД-25 и ТК-51А. На них вы сможете добраться до остановки и оттуда пройти, как и мы, 1,5 километра. Маршрут сейчас выйдет перед вашими глазами. А на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Также не забывайте про колокольчик на фоне этого прекрасного вида. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!